Ну что ж, ребят, всем привет, добро пожаловать, и давайте начнем наш стрим. Надеюсь, у вас там все работает нормально и слышно нормально. Если что, пишите в чате. Итак, сегодня мы с вами попробуем Project Sekai и посмотрим, что эта игра из себя представляет. Сразу скажу, я запускал уже игру, как сказать, создал себе свой основной аккаунт, там несколько реролов сделал, чтобы получить персонажа, который я хотел в гаче. Поэтому мы посмотрим тут вступление на новом аккаунте, так сказать, чтобы все было красиво, а потом я загружу свой основной аккаунт и там пойдем. Я там не играл вообще, только одну песню пробовал и все. Оставил, так сказать, все впечатления для стрима, кроме вступления, которое вы сейчас увидите. Так что, надеюсь, вам понравится. Я постараюсь перевести как смогу, поэтому приятного просмотра и не судите слишком строго. Так что вперед! И да, как бы я пока что планирую только один стрим, только сегодняшний. И в будущем, если будет очень много пожеланий с вашей стороны, то можно будет пройти там одну сюжетку или все сюжетки, потому что тут несколько групп, каждая со своей сюжеткой. Так что все зависит от вас. Но не сейчас точно, потому что сейчас я и так загружен несколькими играми, что прохожу одновременно. Так что, может быть, в будущем, если будет желание с вашей стороны. Так что те, кто смотрит записи и, возможно, тоже хотят продолжения, пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и так далее. И да, те, кто смотрит записи, возможно, некоторые песни будут вырезаны, если ролик получит копирайт и заблокирует звук. Здравствуй. Это очень необычно, чтобы кто-то приходил сюда. Меня зовут Хацуне Мику. А как тебя зовут? Так, окей. Надо ввести свое имя игрока. Валерий? Какое прекрасное имя. Ты пришел из совершенно другого мира сюда. Я очень хорошо знаю о твоем мире. Так. Слева что за место, справа это место. Так, это место, пространство между мирами. Тут, как мы видим, слово Sekai пишется Каной. Как бы оно все-таки используется в названии игры. Я буду переводить его для того, чтобы фраза звучала красивее. Это место, где собирается очень много чувств, и различные миры рождаются также. Так, миры, чувства. Миры — это таинственные места, которые рождаются из чувств. Существует столько миров, сколько и чувств. И они
меняются. А я нахожусь здесь и... А я нахожусь здесь и наблюдаю за песнями, которые исходят из этих разных миров. Песни из миров? Песни, что там рождаются, что ли? В мире, где владелец чувств, в результате которого этот мир появился, находит свои истинные чувства, рождается песня из них. Эти песни создаются, рождаются из очень сильных чувств. Вот почему я жду, когда владелец этого мира найдет свои истинные чувства. Так, слева. Я не особо хорошо понимаю, справа. Это все так сложно. Ну да. Но у всех есть сильные чувства в их сердцах. Само собой, в твоем сердце тоже. Слушай, почему бы нам с тобой не спеть? Я уверена, что песня поможет нам объединить наши сердца. А теперь расскажи мне о своих чувствах. Так. Ну, окей. Давайте станем с Мику ближе. Было? Ладно. Так, ну, собственно, туториал. Не пугайтесь, что песня такая короткая, это только вот тут в начале. Дальше будет уже получше. Спасибо, что спел со мной. Ты хочешь увидеть, пронаблюдать за чувствами и различными мирами? Вместе со мной. Ну, учитывая, что ты пришел в это место, скорее всего, да? Слушай, новый мир вот-вот родится.
Ты тоже это слышишь? Так, тоже слышу. Так, Коидекита Омойва. Чувства, которые я слышу, следующие. Так, страйс, ностальгия. Так, пусть будет... пусть будет страйс. Сверху на японском написано страстные и сильные чувства. Если что. Так. Какого тона они? Пусть будут. Dark Purple. И сверху написано дрожащий пурпурный тон. Колеблющий. Пейзаж, который я вижу перед собою. Пусть будет пустой вид. Сверху иероглифами написано белоснежно чистый пейзаж, где нет ничего. Отлично. Собственно, группа, которая нам попалась, это Нингёджи Найтокодо. Что можно перевести как 25-й час по ночному коду. Как-то так. Или ночной код 25-го часа. Так, описание. Так. Сейчас я быстро прочту. Переведу. Канада Юисаки каждый день пишет музыку вместе с товарищами по кружку, в котором она находится. Взаимодействие через голосовой чат, используя инструмент Night Code, ночной код. Они не знают, как выглядит каждая из них, или не знает их настоящие имена. Но, тем не менее, они хорошо справляются и так. Однако, в один прекрасный день она не может выйти на связь с одним своим товарищем из этого кружка. Похоже, что новый мир родился только что. С этого момента и дальше за тобою я смогу лишь наблюдать отсюда. Однако, я уверена в том, что владелец этих чувств, пускай, который появился типа этот мир, сможет найти свои истинные чувства. Мы из миров поможем. Так, левое. Мы из миров? Или чувства владельца? Ты поймешь. Скоро. Так, ну что ж. Вперед! Давай посмотрим новую песню. Услышим. Мне всегда нравилась музыкальная шкатулка моей матери.
Музыкальная шкатулка, что мой отец сделал для нее в качестве подарка, когда моя мама была очень слабой, больной. Песня, что мой отец написал, излучала доброту и теплом. Когда я ее слушаю, я чувствую себя счастливой. В один прекрасный день я тоже хочу написать песню, подобную той, что написал мой отец, но... Отец больше не может написать ни единой песни. Это все моя вина. Он больше этого не может сделать. Отец. Мои песни лишь боль для моего отца. Я отняла, украла музыку моего отца. Из-за того, что мои песни не могут никого сделать счастливым, из-за этого отец им стало то, что случилось. Я должна стать композитором, который сможет писать песни, что смогут кого-то счастливым сделать. Я должна написать песню, которая сможет спасти кого-нибудь. Я должна это сделать. Должна продолжать писать. Два года спустя. Комната Канады. Нет, это не подойдет. Это не звучит как надо. Хотя, если тут разделить, может будет нормально. Как насчет того, чтобы изменить аккорда. Дием. Дием. Юки кора. От Юки. Так, Дием это у нас direct message, ну типа приватное сообщение, личное сообщение. Поэтому я буду использовать слово личное сообщение в переводе. Личное сообщение от Юки. Има синкёкуно каши во укуттайо. Жикан га декита токи ни. Я только что отправила тебе текст для нашей новой песни. Когда у тебя будет время, ты не могла бы взглянуть? Спасибо. Эй, ты выглядишь так, как будто давненько не спала. С тобой все в порядке? Да, но Юки, чтобы ты... была на ногах так поздно, это... очень редкое явление. Ну, сегодня все стараются изо всех сил, поэтому я подумала, что тоже хочу. Мы даже не знаем настоящие имена и лица друг друга. Однако, мы товарищи, которые стремятся добиться одной цели. Поэтому я тоже хочу постараться. Вот как. Однако, Кей, ты всегда работаешь всю ночь напролет, так сказать. Так что не перенапрягай себя. Ты... Но я должна продолжать писать песни. Если я не смогу написать песню, что сделает кого-либо счастливым...
Монитор вдруг загорелся? Это что за файл? Тайтл? Никогда не писала подобную песню. Нани? Что? Это место. Я же только что была в своей комнате. Это место... Секай, мир Канады. Кто ты? Сорян. Меня зовут Мику. Мику? Мику? Мику, ты, может, бачару сингер? Мику? Мику, стоп. Неужели... Мику виртуальная певица? Но Мику то конна фуни ханасэру ваке. Нет, ну... Чтобы я так разговаривала с Мику, этого просто не может быть. Это сон? Канаде. Ватаси ва... Аната о маттета... Канаде. Я всегда ждала тебя. В этом мире. Всегда. В этом мире? Верно. Это место, этот пустой мир, был создан из-за чувств. Тут не уточняется кого, поэтому я буду использовать... Из чувств тех детей. Я нахожусь здесь, дабы помочь этим детям найти свои истинные чувства. Свои истинные чувства. И дети? Чувства? Да. Когда эти дети найдут свои истинные чувства, песня родится из этих чувств. Но если все останется как есть, они не смогут найти эти чувства. Этот пустой мир. Так что, пожалуйста, Канаде, помоги им. Я? Помочь им? Что ты имеешь в виду? Тебе не обязательно все понимать прямо сейчас. Но ты, Канаде, и те дети определенно встретятся. В этом мире. Поэтому помоги им. Потому что они всегда рядом с тобой. Подожди секунду. Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь. У нас нет времени. Канаде. Пожалуйста, этих детей. Помоги им. Спаси их. Как бы Аноко можно как девочка переводить, если написано особым иероглифом в конце. Ну или дети. Учитывая, что тут есть и парни, и девушки, то все имеется в виду им дети. Все. В числе. Да? いつの間に寝ちゃってたんだろう。なんだか不思議な夢を見てた気がするけど。Неужели я заснула, не осознав этого? У меня такое чувство, как будто мне приснилось нечто странное. ダメだ。Бесполезно. 全然思い出せない。Я ничего не могу вспомнить. でも確か曲を作ってて、そしたらユキから。Однако я помню, я писала песню и затем Юки. そうだ。私ユキと DM してたんだ。Точно.
Я уже получила личное сообщение от Юки. Кей, заснула? Выспись как следует. Отдохни. Увидимся завтра. Это было отправлено довольно давно уже. Я так долго спала, значит? Это все из-за отсутствия сна, наверное. Я немного стремнула. Нет. Я должна продолжать писать. Песня, что спасет кого-нибудь. Итак, ну что ж, ребят. Все. Загрузка игры закончена. Те, кто записи смотрели, у них моментально все загрузилось. Весь процесс был вырезан и вперед. Так, слушайте, давайте сыграем песенку, а потом пойдем почитаем дальше сюжетку ночного кода. Так, давайте возьмем их песню какую-нибудь. Так, слушайте, у нас тут как бы есть выбор, как послушать песни. Можно с персонажами, которые мы сами поставим. Можно поставить, чтобы ролик был с теми персонажами, которые, с которыми он задумался. Еще можно менять вокал. Тут у нас, собственно, есть лишь Хацуна Мику. Или Хацуна Мику вместе с девочками из ночного кода. Так. Оригинал. Ну, как бы у нас тут Юисаки и Мафу, да, вместе с Хацуна Мику второй. Оригинал, хорошо. Тогда давайте сделаем так. Сегодня мы просто пройдемся по песням, без задротства и всего этого дела. Посмотрим, что они себя представляют, так сказать. И посмотрим оригинальные ролики. Потом уже займусь всем остальным. Может быть. Так, я играю через тюнер, поэтому тут звук, скажем так, имеет некоторый маленький лаг. И я не смогу играть достаточно хорошо, как на самой мобиле. Плюс мне кабель мешает. Это мое оправдание, если что. Thank you.
胸の奥がなんか変、楽しいっていう気持ちだと思う。Так, надо зайти в опции, выключить голоса при скиллах, а то не позволяет насладиться песней сполна. Так, ну, собственно, тут у нас система идет прокачки, собственно, карточек персонажей, которые мы выбираем для лайва, для того, чтобы получить наивысший ранг. Просто пройдя песню на full комбо не подойдет. Нечто подобное в последнем лоу-лайве было. Да. Не люблю я такие системы. Ну ладно. Чё, ивентик сейчас идет. Так. Стори. Давайте почитаем. Так, собственно, у нас несколько групп. Даже есть сюжет, как я вижу, виртуальных певцов. Так, мир классной комнаты. Речуется край. Мир сцены, мир улицы, мир страны чудес и мир пустоты. Понятно. Так, ну, собственно, мы сначала будем проходить 25-й час на эту коду. Давайте с ними займемся. Потом, я как уже сказал, в будущем, когда я закончу тем, что сейчас стримлю, если будет действительно пожелание с вашей стороны и просмотры, то можно будет пройти все. Так. А сегодня посмотрим лишь кусочек. Эй, ты слышал новую песню Ниго? Ниго? Что это? Что это? Ну, это музыкальный кружок, говорят. Ты что, не слышал про них, что ли? Они все сами делают. От песни до музыкального ролика. Ну, я не знаю точно, кто они, но они действительно нечто. Тебе стоит послушать песни как-нибудь. Если что, сверху написано, кто-то пишет в социальных сетях, получается. Вот как. Тогда я сейчас как бы свободен. Давай послушаем. Ну и что это такое? Разве это не опасно звучит? Ну, типа как... Как понимают слова песни? Ну, тут звучит что-то типа «Я тебя зарежу», «Я тебя копаю». Ну да, как-то это... Новато, что ли? Пугает. И это сделали эти... Ниго? Да что они вообще за люди такие? Да я сам особо-то не знаю. Похоже, что это группа из четырех людей. Однако, кто они? Как они выглядят? Ладно. Давай послушаем еще. Как будто не было действительно Ниго. Довольно странное имя. Да не, Ниго это просто все так их называют. А... Настоящее имя этого кружка. Комната Канады. Нет. Это недостаточно передает то, что нужно. Звук должен быть немного более острым. Что? Телефон звонит. Алло? Да. Канада. В чем дело, бабуля?
大丈夫。Не-не, все в порядке. 一人で暮らせてる。お見舞いにもちゃんと行ってるから。Я могу жить одна. Я буду приходить к тебе в гости. じゃあね。Да. До свидания. もうこんな時間になってたんだ。Чего себе. Так поздно? 何か食べよう。Надо бы что-нибудь съесть. カップ麺積んでたっけ? У меня где-то тут была лапша быстрого приготовления. Вот. Опа, вот она. 家にある食べ物。Это, походу, последняя еда у меня в доме. 次の早く買わないと。Мне нужно поскорее пойти и купить скоро что-нибудь. 待ってる間に新曲のチェックしよう。Ладно, пока жду. Проверю новую песню. そういえば、昨日あの人の新曲が投稿されてたっけ。聞いてみよう。Кстати говоря, вчера же новую песню этот человек публиковал. Надо послушать. Мика га утатте рун да. Коко де 4 вен но 3 ни нот. Мику поет. Так, и тут у нас 3 на 4. Коно тенкай омошрой на. Довольно интересное развитие. Соро-соро каппе-мен декита кана? Так. Скоро лапша быстрого приготовления должна быть готова. Ато хитоэки. Кёжу ни оварасео. Так, ну, сделаю перерывчик и потом все закончу сегодня. Найт код на цучи. Оповещение в ночном коде. Мина, окурете гоменне. Кеко матасе чатта ё не. Девочки, простите, что я так поздно. Мне пришлось задержаться намного больше, чем я планировала. Юки, каэтте китан да. О, Юки, ты вернулась домой. Дайжо. Майк но миято кайжо шинайто. В порядке ли? Ой. Микрофон выключен, надо включить. Дайжобу. Ицумо дори соре-соре сагё шите та кара. Да всё в порядке. Всё равно я работал как обычно. О, Юки, кайтэ китан да не? Гакко оцу. О, Юки, ты вернулась наконец-то из школы. Кей мо Амия мо оцукаре сама. Кей. Гомен не, бакатсу га нагабии чатте. Нарубеку хаяку кайроу то омотте тан да кедо. Эй, Амия, хорошо постарались. Простите, из-за того, что деятельность в моем клубе длилась дольше, чем планировалось, я вернулась так поздно. Я изначально думала, что смогу, наоборот, пораньше вернуться домой. Да все в порядке. В конце концов, ты вчера же все об этом нам сказал, точнее. Вчера же ты нам говорил об этом. Да. Кемо мьюто киттан да не. Сагё сусунда? Окей. Я видел, у тебя микрофон был выключен, хоть ты была в чате. Да. Как у тебя работа проходит? Ичио сайго маде. Демо, ато де кикикаэсанай то. Ну, пока что. Так. Я почти добралась до конца, я почти закончила. Так что позже я хочу, чтобы ты послушала. Нема. О, Юки модоттан да. Ай, хочу. О, Юки вернулась. Тадайма. Имотте минна доко маде сусундеру? Да. Я дома. Собственно, как бы все далеко продвинулись в целом? Энанан ва самунейл ё но ирасто о кайтеру. Ну, Энана сейчас рисует иллюстрации для миниатюры. Кансэй маде ва моу скоши какарисоу да кедо не.
Ну, для того, чтобы завершить работу, потребуется немного больше времени. Амия ва МВ шокоу но какидаси чу. Амия сделала первые наброски видеоролика. Конкай мо кавайку декитер ё. В этот раз тоже будут милые вещи. Ну, а я, как сказал раньше, так сказать, предварительную версию песни закончила практически. Юки, ты могла бы послушать позже и сказать мне свое мнение? Поняла. А, тогда я после этого разговора послушаю. Окей. ちょうど今 MV の書き出しが終わったからファイル投げとくね. Так, слушай, Кей, я как раз только что закончила с роликом. Я сейчас тебе скину его. Митеоку. Да, я посмотрю. ナイトコードってこういう時に楽ちんでいいよね. これ系のチャットツールってファイル上げにくいの多いし. Да уж. Тот факт, что мы можем так хорошо проводить время, даже в такое время, находясь в найт-коде, ночном коде. В такие моменты действительно понимаешь, насколько это удобная программа. И еще можно файлы без проблем скинуть. Ну да. Так, стоп, а снаружи не слишком как-то... Солнечно. Ведь уже такое время. Танжунни, не сги на сей жанай но? Эна нан кино кайсан ште кара цзутто нетерун дешо? Это не из-за того, что кое-кто много спал. Потому что как только мы вчера закончили разговор, то ты сразу пошла спать. Сонна нете най те ба. あの後書き始めたら止まらなくなっちゃって. だから寝たのは朝の9時くらい. Да не так много я сплю. Просто как я только начала работать, то не могла остановиться, пока там... Да, не могла остановиться, пока там не закончила. Поэтому мне пришлось пойти спать, ну, где-то в 9 часов утра. Энана, айкаваразу чуяга кёктэншчаттерне. Да уж, Энана, ты как обычно. У тебя прямо день и ночь перевёрнуты. Соччино-хонга ваташнива аттерундайоне. Какно, ёрну-хонга сизукаде сючу декируши. Ну, мне так даже лучше и больше подходит. Потому что по ночам и тише, и сосредоточиться легче. Вакаранаку ва най кедо. Демо тецуя ва чотто на. Ухада боро-боро ни натчайсу. Ну, не знаю, но... Если будешь сидеть ночь напролёт, это плохо скажется... на твоей коже. Она станет... как сказать, изношенной. Тэйюка, короче, будет Эна на гакко ику джикан джанай но? Тэйджисэ тэ чикоку окэ? Кстати... А сколько там тебе в школу? Тебе... Ты там не опаздываешь? А, о, блин! Когда я вернусь из школы, то сразу зайду снова в ночном коде. Хорошо, я поняла. Я тоже вернусь к работе. Я там хорошие эффекты нашла, так что хочу их попробовать. Так, ну а я дальше займусь миксом песен. А также я хотел бы послушать то, что ты написала, Кей, и подумать там насчет аранжировки. Понятно.
私も作業に戻る。 MV の初稿は作業が一段落してから。 Хорошо. その時に。 Тогда я тоже вернусь к работе. Сначала посмотрю, сказать, первую версию, грубую версию ролика, что мне скинула. Что мне скинули. Так, ну тогда... Тогда как обычно? Мата Йору. Да, увидимся ночью. 25-й, Найт Код. 25-й час, ночной код. Так. Ладно, дальше займемся песнями. И сюжетом, я думаю, пока что тут остановимся. Как я вижу, большинство за то, чтобы сегодня побольше песен посмотреть, поэтому давайте пройдемся по ним. Напомню, те, кто смотрят это в записи, возможно, там у вас в записи пару песен будут отсутствовать, если будут проблемы с роликом. Надеюсь, мне не придется все вырезать. Закрытый. Так, ну пока что просто пройдемся по песням, посмотрим вообще, что за песни тут есть, послушаем их. Как бы я сейчас вам даже персонажей, карточки не беру помощнее и так далее. Потом займемся этим, если действительно будем стримить ее. Да, я забыл опять выключить эти звуки скиллов. Сейчас зайдем в опции. Отвлекся на сюжетную вставку и забыл. Да, привет всем, кто тут подошел. Надеюсь, у вас там все хорошо. Так, настройки. Звук, лайв. Так, выключить. Все. Теперь будет все спокойно. Так, что у нас тут еще есть по песням? Ну, давайте послушаем. Ha!
Интересненько, интересненько. Да, все-таки лаг мешает на карте уже. Так, сюжетка открылась дальше. Мы как делаем? Дальше по сюжету или песне? Как уже говорили. Песни, песни, песни. Хорошо, тогда дальше только песни. Так, что тут у нас? О! Ну, мы эту песню в последнее время часто в Project Diva Future Tones включали. Давайте посмотрим, как она будет звучать тут. В исполнении реальных девиц вместе с Мико. Да, из-за того, что это, по сути, первый запуск, некоторые песни должны скачаться, вот поэтому эти загрузки иногда долгие. Ну, как вам, ребят, песня по сравнению с оригиналом из Future Tones? Звучит неплохо. Мне в целом понравилось. Так, все равно я предпочитаю больше оригинал. Как-то он... Но перепели неплохо, неплохо. Действительно. Не, ну идея объединения именно... настоящих певиц и вокалоидов довольно интересная. Так, ну что ж, давайте послушаем эту песню. Так, папи, чинсей. Кстати, эту песню мы тоже слышали. Не так часто, но все-таки я включал иногда в... По-моему, Project Diva X. В исполнении Мику. Если ничего не буду. Надо будет после этого стрима найти ее послушать. We'll be right back.
Почти. Так, окей. Да, ничего, так песня. И вот не могу вспомнить точно, где я ее слышал. Спасная трупа дополнительного вокала. О, Гуми. Тут есть версия Луки и Гуми. Интересно. Мику, Лука, Рин и Мейко. Ладно, сегодня пройдемся по именно... то, как эти песни задумывались. Так, что там в начале списка? Плюс, как бы, да, я думаю, вы видите, а тут песня отмеченная, которая имеет ролик, или которой нет. На заднем фоне ничего не будет. И даже трогать не будут. Так, Tell You World, я думаю, все и так послушали миллион раз. Одна из моих любимых песен. Хотя, давайте, почему бы и нет. Да, других вокалов здесь нету, к сожалению. Только Мику, как и в больших играх, которые мы стримили. Она впервые в Project Diva F2 появилась. Какая классная песня, сколько раз я ее не слышал и не играл. Не надоедает, действительно. Одна из моих самых-самых-самых любимых. Так. Что у нас со временем? Еще парочку песен успеем сейчас играть. Давайте вот это послушаем. Превьюшка звучит интересно, так сказать.
Да. Дичево, дичево, да. Я вижу, некоторые немного офигели в чате. Ну, согласитесь, что-то тут есть. Что-то тут есть. Так. Ага. Нам предлагают пойти в магазин. Песен, собственно, тут можно купить новые песни, как я вижу. Viva Happy, Hand in Hand. О, тоже моя любимая. Блин, без ролика. Это тоже без. Серьезно, так много? Ну, вот это с роликом. О! Блин, это без ролика. Нет, те без роликов даже. О, Тео с роликом, офигенно. Ее мы тоже включали. Ну, прямо на днях на стриме по Project Diva Future Dance. Классная вещь. Мелто. Че, тоже без? Блин, что за халдура? Just Be Friend тоже нету. И тут нету, да как? Ну, блин. Это же одна из самых классных и многим любимая песня, насколько я знаю, учитывая, что на стриме ее часто заказывают. И без ролика. Да уж, World is mine. Так, ну, собственно, как вы можете видеть, тут песни покупаются за определенные билетики. У меня 22 штуки. Поэтому еще две песни могу взять. Чтобы взять еще. Patchwork тоже хорошая вещь. Так, и второй магазин можно купить другие вокалы для песен. Только билетики тут нужны другие, связанные с теми или иными персонажами, которые поют эти песни. Да. Я бы Тео взял. Ну ладно, надо фармить, надо гонять. Это уже потом, если завезу когда-нибудь его полностью на стрим. Найду время на нее.
Ну, как вам это исполнение? Ну, я уже вижу, как будто что-то не хватает, да, у Мику какой-то более... Вот, Виктор, да, верно написал. Более проницательный, более... Кричащий голос. Но тоже неплохо, да. Неплохо, неплохо. Так, ладно, давайте еще одну песню, и думаю, на этом мы на сегодня здесь остановимся. Да, неплохая песня. Где мы ее слышали, Салар? В Future Tones нету ее, да. Она в Project Diva X, по-моему. Если я ничего не путаю. Но я редко ее включал. Как и сам Project Diva X, мы побольше все-таки Future Tones тусим. Там самый большой плейлист. Так, ну что можно сказать в целом про эту игру? Как бы надо изучать, само собой, дальше более подробно, как все тут стоит, но на первый взгляд, как я говорил, мне не нравится тот факт, что нужно именно качать пати для того, чтобы получить наивысший ранг песни, а не просто пройти песню без ошибок. Как бы это единственное. В целом плейлист неплохой, конечно, но... Но мало песен, мало. Хорошо, что есть альтернативные вокалы, которые можно тоже посмотреть, послушать. Вот тут Мику есть тот же вокал, что и в как раз Project Diva X. Так вот, насчет сюжетки, ну непонятно, но у 25 часа выглядит на первый взгляд интересненько. И, собственно... Собственно, ребят, как я уже говорил, когда я закончу с теми играми, что сейчас стримлю, если с вашей стороны будет заинтересованность, я увижу это, собственно, по... и по тому, что в записях и в комментариях будет, и потому что вы будете писать на стримах и вспоминать про эту игру. Если вы захотите, то можно будет пройти чуть позже. Ну, а если нет, то и нет. Так что такие дела. Все зависит от вас. Спасибо за внимание.
и увидимся на следующих стримах. Так, буду ли я фармить в этой игре? Вне стрима, в смысле Solar. Ну, я как минимум буду заходить каждый день собирать логин бонусы. А там уже посмотрим. Вот тут сколько кристаллов. Как бы это не мой основной аккаунт. Я потом загружу себе свой основной аккаунт, где там уже у меня есть Мику из гачи. И все будет хорошо. Так что такие дела. Ладно, ребят. Насчет гачи, ну сейчас я вот зайду, покажу. Быстро. Ну, кстати, эти кристаллы можно слить, все равно. Они мне не нужны. Тут гача уже изменилась, все из-за ивента. Тут кое-что другое было. Я просто в день релиза заходил сразу, чтобы собирать бонусы. О, ничего так. Ну, ничего хорошего не выпало. Не хватает кристаллов для еще гачи. Так что такие дела. Ладно, ребят, давайте. Всем спасибо за внимание. И увидимся на следующих стримах. Пока.